Детонатор. Живлення. Є картинка. Готовий. Все, я полетів. Вас я так видела, но не часто. Даже не знаю, как вас зовут. Александр, Саша, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Хотела вопрос задать. Пожалуйста, пожалуйста, я даю вам возможность. Как разрулить конфликт между Россией и Украиной? А вы знаете, я не знаю, потому что уже так далеко зашло, что я не знаю, как это сделать. Многие так говорят, что далеко зашло. Угу. Уже простых россиян даже не обвиняют ничего. Это бесполезно. Они такие, да. Ясно. То есть, как бы никак не разрешить? Ну как? Активное должно идти сопротивление, спасение людей при помощи техники, при помощи новых технологий, конечно же. Сейчас наша задача – это спасать людей, защищать человеческие жизни при помощи новых достижений электроники, техники и так далее. А как вы думаете, вам хорошо помогает Запад или не очень? Запад? Нет, совершенно не Запад, недостаточно. А... Помогает, но недостаточно. Вот у меня, да, я заметила, как бы в общем, да, я плохо разбираюсь, не особо разбираюсь, но в общем заметила тоже тенденцию эту. И у меня вопрос, а для чего все это делается тогда, вот эта медленная помощь, почему она медленная? Не скажешь, что мы маленькие, медленная какая-то. Медленная помощь. Недостатки демократии. Ну, если бы, например, на Западе, в Америке, в Германии, в Англии были бы авторитарные лидеры, которые приняли бы решение серьезно помогать, серьезно... Это демократия, недостатки демократии, конечно же. Да, механизмы. Я согласна с вами, я понимаю. Там есть газ и есть тормоз. Ну, как-то так. Я понимаю. Там все зависимо, зависимо друг от друга. Они. Народ от лидера, от президента, там зависимость вот есть, да? Да, нет, да. Такого. Ответственность, решил, да. Ясно. Хорошо, я прояснила кое-что для себя. Пожалуйста. Потому что я не понимаю, например. Хорошо, пожалуйста. Спасибо большое. Достаточно, спасибо. Чтобы за нас вписались десяток самых серьезных мировых фирм. Intel, Microsoft, там, я не знаю, SpaceX, ну, так, в общем, и далее по списку. И эта война уже давно закончилась, в течение полугода. А почему Маск больше как бы идет с Россией, как бы, взаимодействие? Боится, конечно же, разрастания войны в ядерную. Он давно, у него этот пункт, сидит в голове. Что он же хочет лететь на Марс, чтобы сохранить часть человечества в случае всеобщей ядерной катастрофы. И он действительно сейчас, да, Путин, играя на страхах, на страхе современного общества, демократического, перед войной. Поэтому Соединенные Штаты все время подчеркивают, что мы прямо не участвуем в войне. Тот же Шольц в Германии. Немножко смелее себя ведет Макрон, но тоже вполне себе в этом русле. Ну вот эту тематику мне нужно еще просмотреть, потому что не совсем понимаю. Вы сказали, да? До меня не доходит пока, еще не дошло. Илон Маск боится угроз Российской Федерации по применению ядерного оружия. Это у него пункт такой, у него слабое место. Боязнь обмена ядерными, термоядерными ударами, который потом превратится в неконтролируемую такую кошмарную войну. Мне кажется, сглаживает этим своим влиянием, то есть взаимодействием сглаживает ситуацию. Да. Ну, как Гитлера в свое время пытались умиротворить. Кого? В свое время Гитлера пытались умиротворить, чтобы не было войны в Европе. Ну, например, деятели в Англии, кто там, Чемберлен, да? Чемберлен, по-моему,
прилетел после встречи с Гитлером, размахивал договором и кричал: «Я привез вам мир». Желание мира современных демократий, да, это самое. Хорошо, все, тогда я поняла, Александр. Спасибо за информацию. Пожалуйста, ну это плохо на самом деле, потому что давно бы уже можно было эту войну прекратить. Просто мы платим за это жизнями. Процент поэтому, есть. Поэтому необходима наша деятельность в том смысле, чтобы спасать человеческие жизни. Хорошо, спасибо. До свидания. Да, пожалуйста. До свидания.